Сегодня с вами Воронов Александр, продакт-менеджер по оборудованию E-Star, и Эдуард Макаев, наш пресейл. Здравствуйте. Сегодня мы с вами пообщаемся, поговорим о новых интересных функциях телефонной станции P-серии, E-Star P-серии. Компания E-Star работает над разработкой новых функций именно для P-серии практически ежедневно, добавляется постоянно новый функционал, развивается эта линейка очень активно. Мы общаемся с отделом разработки компании E-Star практически каждую неделю. Каждую неделю выходят новые функции, собираются в новые программные релизы. И сегодня мы рассмотрим действующий программный релиз. Чуть в перспективе нам обещают уже дополнительные обновления, и которые мы где-то будем ожидать, наверное, в июле месяце, в конце июля. Но давайте все-таки для начала немножко вспомним, что же такое у нас из себя представляют телефонные станции P-серии. И дальше уже двинемся в сторону описания обновлений, тех, которые у нас имеются в новом программном релизе. Телефонные станции E-Star P-серии предназначены для компаний малого и среднего бизнеса, которые обладают повышенными требованиями к функционалу, которые имеют в большом количестве сотрудников, работающих на удаленке, которым требуется связь с данными сотрудниками, предоставление для них всевозможных интерфейсов и услуг, обычных для офисного работника, но тем не менее, которые должны быть предоставлены на удаленном рабочем месте. Те компании, которые используют в своей деятельности колл-центры, которые используют видеоконференц-связь, средства унифицированных коммуникаций, все эти компании, которые хотят, могут и используют в своей жизни подобного рода функционалы и сервисы, все они могут с успехом воспользоваться теми услугами, которые предоставляются линейкой телефонных станций E-Star P-серии. В линейку телефонных станций E-Star P-серии входит три базовых модели: P550, P560 и P570. Емкость моделей распределяется следующим образом. P550 модель обеспечивает поддержку до 50 пользователей, 560 до 100 пользователей, 570 до 300 пользователей. Причем две последних телефонных станции линейки, 560 и 570, могут расширяться с помощью специальных встраиваемых модулей. Также аналогично, как это делалось для всем известных телефонных станций S100 и S300 предыдущей линейки. Кроме того, помимо того, что там заложен новый функционал, туда также заложена новая идеология. Если ранее предыдущая линейка телефонных станций S-серии включала в себя полностью весь функционал, все сервисы, все программное обеспечение, и, соответственно, при приобретении такого рода АТС вы это получали в комплекте, то для телефонных станций P-серии вы также, приобретая оборудование, получаете в комплекте определенный набор функционала, но данная линейка может обеспечивать расширение возможностей, расширение этого функционала с помощью специальных тарифных планов. Какие же выгоды как для партнера, так и для заказчика предлагает новая линейка телефонных станций? Ну, для партнеров в первую очередь. Телефонные станции P-серии, так же как и предыдущая модель, обеспечивается регистрацией проектов. То есть вы можете в партнерском портале зарегистрировать проект на телефонную станцию P-серии. И, соответственно, далее мы уже совместно с вендором, совместно с компанией E-Star контролируем, помогаем вам при работе с данным проектом. За продажу телефонных станций P-серии можно получить больше баллов. Каждая продажа телефонных станций по партнерской программе компании E-Star приносит партнеру определенное количество баллов. Телефонные станции P-серии принесут большее количество баллов партнеру при продаже. Таким образом, можно повысить свой партнерский уровень в более короткие сроки. Скидки по партнерской программе также предлагаются в рамках партнерских статусов, аналогично телефонным станциям линейки S-серии. То есть здесь статусы партнерские полностью повторяют и скидки как для S-серии, так и для P-серии. Программное обеспечение, железо, лицензии, бандлы – все это доступно для линейки телефонных станций P-серии. То есть вы можете приобрести как непосредственно само оборудование, так можете приобрести определенные лицензии для этих телефонных станций, а также приобрести бандлы, в которые уже включаются и телефонные станции, и определенная лицензия. Лицензии, предлагаемые совместно с оборудованием, являются годовыми, и таким образом каждый партнер, продавая
регулярно годовые лицензии, может обеспечить себе постоянный регулярный доход. Для заказчика данная выгода при приобретении телефонных станций по серии заключается в том, что базовая модель предлагается по достаточно рыночной оптимальной цене. При оценке стоимости базовой конфигурации нужно понимать, что уже в программное обеспечение включено много функций дополнительных, которых ранее не было в линейке телефонных станций S-серии. И, соответственно, уже с помощью этих новых функций, в основном связанных с унифицированными коммуникациями, компания может более успешно вести свой бизнес, более активно взаимодействовать со своими заказчиками. Кроме того, новый интерфейс для телефонных станций P-серии очень удобен, им легко и приятно пользоваться, интуитивно понятен, даже более интуитивно понятен, чем телефонных станций S-серии предыдущей линии. Можно наглядно посмотреть на данном слайде, каким образом зарабатываются баллы при продаже телефонных станций. С левой стороны у нас линейка телефонных станций S-серии, с правой стороны P-серии. Таким образом, можно видеть, что при продажах АТС S50, которая равна по количеству абонентов телефонной станции P550, при продаже партнер получает на 5 баллов больше. Соответственно, 10 баллов за телефонную станцию S100 у нас выдается, и 15 за телефонную станцию P560, и 30 баллов за АТС S300, 35 баллов за АТС P570. То есть набор баллов идет быстрее. Партнерский статус можно достичь нового уровня также быстрее при продажах именно АТС по серии. Как уже ранее говорил, линейка телефонных станций включает в себя три модели. Каждая из этих моделей характеризуется более мощным встроенным оборудованием, более мощными процессорами, более мощной аппаратной частью. Все это сделано в расчете на разработку будущих приложений и нового функционала, то есть потенциально в железо заложены большие мощности, предполагающие дальнейшее развитие программного обеспечения, дальнейшее наращивание сервисов, над которыми компания E-Star работает ежедневно практически. Производительность оборудования достаточно высока для этого и имеет определенный запас. Телефонные станции P-серии также поддерживают модульную инфраструктуру, как и предыдущая линейка, а также для упрощения работы, для упрощения инициализации первичной, обладают встроенным NFC-модулем, с помощью которого можно поменять при настройке, при первичной IP-адрес достаточно быстро и удобно, с помощью телефонного аппарата и приложения Linkos. Есть определенная преемственность с точки зрения оборудования, что удобно. Так, интерфейсные модули для предыдущей линейки S-серии и для новой линейки телефонной станции P-серии используются абсолютно идентичные, то есть можно без проблем, используя объединительную плату X08 и имеющиеся модули, собрать необходимую конфигурацию как для одной модели, так и для другой. В комплекте с модулями идут две фронтальные накладки для модулей EX30 и X08. Таким образом, вы всегда, независимо от того, для какой телефонной станции вы покупаете те или иные модули, всегда сможете их установить, у вас всегда будет красивый внешний вид и соответствующий дизайну той модели, которую вы используете для своей деятельности. Как уже ранее говорил, для телефонных станций P-серии используются три тарифных плана. Базовый тарифный план уже включен в конфигурацию аппаратную телефонной станции при поставке. То есть вы, приобретая телефонную станцию любую из линейки, уже имеете на борту набор программного обеспечения, набор функционала, который всегда будет с вами. То есть этот план бессрочный. Сколько бы эта телефонная станция ни работала, уже приобретенное оборудование, уже приобретенное ПО обеспечивает реализацию этого функционала. Два других плана, Enterprise план и Ultimate план, являются годовыми. С их помощью можно расширять имеющийся функционал. Эти планы также постоянно дорабатываются, и новые функции в них добавляются компанией E-Star. В базовом варианте можно сказать, ну, если говорить про планы расширения, про Enterprise план и про Ultimate коротко, то план Enterprise предлагает расширить функционал телефонных станций по серии добавлением колл-центра, центра обработки вызовов и сервиса удаленного доступа. А Ultimate план предлагает использование видеоконференц-связи в том или ином варианте и, соответственно, функциональности с использованием WebRTC видеовызовов, использованием веб-клиентов, либо с использованием встроенных ресурсов. Базовый план. Несмотря на то, что он базовый,
содержит в себе огромное количество функционала. Если пересчитать эти функции, то их будет более сотни. И, собственно, все потребности базовые наибольшего количества компаний он уже удовлетворяет. Входят в базовый план такие вещи, нужные как бы на каждый день, как автоответчик, как возможность создания аудиоконференций, возможность записи разговоров, хочу отметить. Также эта преемственность сохранилась из предыдущей линейки, то есть запись разговоров абсолютно бесплатная, идет в составе базового пакета и действует на всех телефонных станциях серии P. Также здесь у нас, возможно, обеспечивается поддержка интеграции с Microsoft Teams, обеспечивается возможность использования группового voicemail, обеспечивается запись звонков и выдача информации о, ну, не о тарификации, но о состоянии вызовов, которые были произведены в компании тем или иным сотрудником. Можно посмотреть, сделать репорт по отделам, то есть, соответственно, в каком-то виде выгрузить информацию о совершенных звонках. Также автопровижн обеспечивается при использовании базового плана, а также полный набор взаимодействия с помощью приложения Linkos. То есть здесь мы можем пользоваться Linkos мобильным клиентом, настольным клиентом с ноутбука либо с настольного компьютера. Можем использовать Linkos для Google, можем использовать веб-клиент. То есть все варианты работы с данным приложением обеспечиваются уже в базовом тарифном плане. Дополнительно доплачивать за них не нужно. Также обеспечивается возможность работы управления телефонным аппаратом с помощью программного приложения, компьютерно-телефонная интеграция. То есть базовый план на самом деле, хотя и является бесплатным и идет в базовой поставке вместе с оборудованием, обладает достаточно большим, если не сказать очень большим, набором полезного для любой компании функционала. Enterprise план предлагает нам расширить функционал в части добавления возможностей использования центра обработки вызовов, удаленного доступа и обмена сообщениями. В рамках работы колл-центра организована достаточно удобная система распределения вызовов и отчетности, распределения звонков по уровням агентов колл-центра, а также соблюдение необходимого уровня сервиса для данного колл-центра с тем, чтобы ни один звонок не пропал, с тем, чтобы каждый человек, который обратился в данную компанию, был обслужен в наиболее приемлемые сроки. С помощью сообщений, которыми могут обмениваться сотрудники, можно также быстро уточнять необходимую информацию, обмениваться файлами, обмениваться какими-то скриншотами, делиться информацией для ускорения общения и ускорения увеличения возможности взаимодействия. Сервис, так называемый RAS-сервис, Remote Access Service, позволяет подключиться с помощью специального доменного имени, предоставляемого компанией eStar, и обеспечить взаимодействие всех сотрудников с использованием их приложений, таких как Linkos, с использованием возможности подключения для управления телефонной станцией в защищенном режиме и независимо от того, где данные сотрудники находятся, в офисе либо вне его. Ну и, соответственно, самый старший план, Ultimate, позволяет нам воспользоваться функциями видеоконференц-связи, организовать определенные видеоконференц-комнаты. В рамках этих видеоконференций могут быть продемонстрированы документы, гибкая система управления конференцией обеспечивается. То есть достаточно удобный интерфейс для небольших компаний, полностью обеспечивающих задачи реализацию видеоконференц-звонков и видеоконференц-совещаний. Причем все три плана действуют последовательно. То есть базовый план у нас имеется в каждой телефонной станции при поставке. Enterprise план включает в себя базовый план, а Ultimate план включает в себя весь функционал двух предыдущих планов. То есть в плане Ultimate собрана абсолютно вся функциональность телефонных станций по серии, какая только есть. Теперь передаю слово Эдуарду, он более подробно расскажет о новых функциях, которые появились в телефонной линейке по серии буквально вот в ближайшее время. Спасибо, Александр. Коллеги, добрый день еще раз. В прошлом месяце, в мае этого года, вышел новый релиз в КП-серии. В новом релизе реализованы новые сервисы и функции. Сейчас мы поговорим о них. На слайде вы можете видеть список новых функций. Это общая голосовая почта, возможность индивидуальных мелодий вызова, интеграция с Teams, режим STI, расширение для Google, Linkos for Google, чаты и другие функции. Общая голосовая почта. Теперь в eStar реализована в P-серии общая голосовая почта, которую можно назначить как для одного члена, для одного пользователя,
так и для некой группы пользователей. В каких ситуациях это актуально? Если в компании несколько отделов, и для того, чтобы предоставить доступ к голосовой почте сотрудникам всего отдела, к примеру, 5 человек, то мы можем, наделив правами группу, дать доступ конкретной группе к общей голосовой почте. Также доступ к голосовой почте можно задать через пин-код для того, чтобы защитить и не давать доступ к голосовой почте сотрудникам, к которым она не относится. Также в P-серии реализованы индивидуальные мелодии вызова, которые вы можете назначить, установить в зависимости от маршрута звонка. Это может быть внутренний звонок, это может быть звонок из внешней линии, с внешнего номера, пришедший через VR, пришедший на группу, не на конкретного какого-то пользователя, или звонок из очереди. В каждом из этих случаев, в каждом из этих маршрутов вы можете назначить свою индивидуальную мелодию. Это дает преимущество. В момент звонка сотрудник уже понимает, откуда пришел звонок. Это звонок изнутри компании или из определенного внешнего номера, определенного региона. И приходит понимание по мелодии вызова. То есть даже не надо тратить время, обращать внимание на номер звонящего, мы уже будем понимать, откуда пришел звонок. Интеграция eStar с Microsoft Teams. В P-серии реализована интеграция с решениями Microsoft с Teams, которая дает ряд преимуществ для компаний, которые используют в своей инфраструктуре продукты Microsoft. Для того, чтобы настроить интеграцию, необходимо приобрести лицензию eStar. Эту лицензию вы можете найти в магазине Microsoft, на слайде она присутствует. И также эта лицензия поддерживает реальную версию 30 дней бесплатного пользования. Я добавлю несколько слов к данному слайду. Почему, собственно, это интересно, почему это важно? Microsoft Teams на территории, так скажем, России не предоставляет своим пользователям возможности совершать вызовы и пользоваться сервисами, совершать вызовы в городскую телефонную сеть. Причем Microsoft Teams достаточно распространен как среди компаний малого и среднего бизнеса, так и также распространен среди крупных компаний. Использование такой интеграции, когда телефонная станция eStar P-серии выступает в качестве провайдера телефонных сервисов и интегрируется непосредственно с Microsoft Teams для предоставления больших возможностей этому приложению, позволяет таким образом получить возможность совершать и принимать вызовы абонентам городской телефонной сети, мобильным сетям, на сети мобильных операторов, таким образом расширяя возможности, собственно, тех компаний, тех пользователей, которые активно пользуются этим приложением. Да, спасибо, Александр. Еще раз, преимущества, которые получают заказчики, партнеры при использовании интеграции с Teams. Это телефонные линии, доступные из Teams. Как сказал Александр, вы можете с приложения Teams звонить по городским линиям, будь то это SIP-линии, либо аналоговые, либо GSM. Также вы получаете продвинутые функции ATS P-серии, пользуясь Teams. К примеру, это может быть запись разговора, это может быть AVR, всевозможная маршрутизация. И также бесперебойную внутреннюю связь, внутреннюю и внешнюю, и простую настройку. Для этого необходимо только купить лицензию для интеграции. Поддержка режима STI. Данный режим позволяет управлять настольным телефонным аппаратом, традиционным SIP-телефонным аппаратом через компьютер. Какие преимущества дает режим STI? То есть вы можете, не отрываясь от компьютера, осуществлять принятие вызова, либо установку на удержание, чуть подробнее на следующем слайде разберем. Поддерживаются режимы STI с телефонами E-Link и FonVille и частичная поддержка других брендов и также аналоговых телефонов. Да, собственно, зачем это нужно? Дело в том, что не каждый пользователь привык работать с ноутбуком, многие привыкли работать с телефонными аппаратами. То есть телефонный аппарат по-прежнему часто остается неотъемлемой частью рабочего места каждого сотрудника. Люди просто привыкли, и людям удобно пользоваться аппаратом. Но, тем не менее, имея возможность управлять им
с помощью компьютерного специального приложения, в котором можно с большим гораздо удобством осуществить просмотр, допустим, пропущенных вызовов, совершенных вызовов, повторно сделать вызов кому-то, посмотреть состояние абонентов. То есть это можно сделать на широком экране, в развернутом интерфейсе, не вглядываясь в маленький экранчик телефонного аппарата. То есть вот этот режим, которым, с одной стороны, можно пользоваться телефоном, как обычно, взять трубку, поговорить, с другой стороны, весь, так скажем, интеллектуальный процесс переложить на компьютерное приложение, такая интеграция позволяет сотрудникам привычным образом пользоваться телефоном, но тем не менее пользоваться более удобно. Что подразумевается под управлением вызова через десктопное приложение либо веб-клиент? Вы можете через десктопное приложение либо веб-клиент завершить вызов, сделать второй звонок, ответить на звонок, отклонить. Также большим преимуществом является то, что вы можете поставить записи разговора через приложение. То есть, приняв звонок с традиционного SIP-телефона, вы можете с помощью приложения, с помощью режима STI поставить звонок на запись и тем самым получить записанный разговор. Также в Pay-серии реализовано расширение для Chrome, которая позволяет управлять видеовызовами, принимать их, совершать, получать всевозможные оповещения о пропущенных. Также реализованы такие сервисы, как звонок по клику, совершение вызовов. Что такое расширение для Google Chrome? Это так называемая панель набора номера, которая дает возможность совершать звонки, совершать не только аудиозвонки, но еще и видеовызовы, управлять звонками, ставить на удержание, переводить, менять статус пользователя, сделать вызов в один клик, используя номерную емкость сайта или CRM-системы. Вот так вот выглядит расширение для Chrome. То есть слева у нас блок номера-набирателя, в котором фигурирует история вызовов, голосовая почта, статус абонента, записные книги и сам номера-набиратель. В середине вы можете видеть интерфейс панели в режиме разговора. Он сохранил преемственность и реализован так же, как и в веб-интерфейсе, используя WebRTC. Основным преимуществом этого расширения является то, что оно работает даже при закрытом браузере. То есть вы при закрытом браузере все равно не потеряете звонок, система вас оповестит о входящем звонке, и вы не пропустите ни один звонок. При закрытии расширения звонок завершается, это тоже очень удобно. Не надо искать кнопку End Call, и закрыв окно, вы можете завершить вызов. Для того, чтобы настроить расширение для Chrome, необходимо установить расширение. Называется оно eStarlink for Google. После установки выбрать, с каким клиентом это расширение должно работать. Здесь есть вариант использования с веб-клиентом, либо с десктопной версии. И третьим шагом необходимо авторизоваться в десктопной версии, либо в веб-клиенте. В P-серии реализованы чаты. Чаты, которые позволяют использовать один на один с сотрудником и вести групповую переписку до 200 участников. Чаты поддерживаются как в веб-клиенте, так и в десктопной версии. Из поддерживаемых браузеров это Chrome, Edge и Opera. В рамках использования чата вы можете отправлять не только текстовые сообщения и, к примеру, смайлы, но и также какие-то файлы, либо фотографии. Вы можете в один клик начать совершить вызов, позвонить из чата. Основным преимуществом чатов является то, что чаты синхронизируются между собой, между мобильной версией, к примеру, и веб-клиентов. Если вы начали переписку в мобильной версии, пришли за рабочее место, продолжили переписку в десктопной версии или в веб-клиенте, то eStar синхронизирует оба чата для того, чтобы вы наблюдали всю переписку, которая была. Также при синхронизации синхронизируется не только текст, но еще и файлы, которые вы пересылаете друг другу. Срок хранения переписки 1 год. И также в чатах, как и в аудиозвонках и в голосовой почте реализованы оповещения. Система вас оповестит о непрочитанных сообщениях. И разберем ряд других функций сервисов, которые реализованы в новом релизе в P-серии. В первую очередь это кастомизация в окошко веб-вызова. В предыдущей версии окошко
не имела возможность менять размер и не было возможности его перетаскивать по рабочему столу, по рабочему пространству. Сейчас это исправлено, доработано, и теперь вы можете оптимизировать свое рабочее пространство в рамках телефонных звонков и сделать его удобным под себя. Режим All Busy. Если за вашим рабочим местом, за вашей рабочей учеткой несколько оконечных устройств, несколько телефонных аппаратов, к примеру, это может быть стационарный телефонный аппарат и беспроводная DECT-трубка. Режим All Busy позволит при разговоре, система зафиксирует, что линия ваша занята и не будет отправлять вызов на другие устройства, то есть тем самым отвлекая не мешая пользователю. Кастомизация Caller ID, которая дает вам возможность привести в единый стиль Caller ID, номер звонящего, для того, чтобы в системе фигурировал единый стиль. В каких ситуациях это полезно? Если при входящем звонке у вас номер начинается на, к примеру, плюс 7, отправлять вы должны провайдеру номера, которые начинаются с восьмерки, то кастомизация Caller ID позволит вам привести все входящие в единый стиль с восьмеркой, и вы сможете перезванивать уже и отправлять номера в едином стиле. Также в P-серии реализован автопровижн, добавлена поддержка Grandstream и Gigaset. Напомню, что с E-Link и FunWheel автопровижн реализован уже давно. Пейджинг и интерком реализован в P-серии SIP Forking, позволяет вам регистрировать на одной учетке до 3 телефонов, до 3 регистраций. Теперь в P-серии реализована поддержка AMI интерфейса, который позволяет интегрировать ATS-ку со сторонними системами, к примеру, с CRM-системами и другими отельными решениями. И в P-серии реализована смена статуса абонента старт-кодом. Напомню, вы можете менять статус абонента в интерфейсе веб-клиента, десктопной версии, либо мобильной версии, но и при отсутствии данных решений вы можете с помощью старт-кода набрать на стационарном телефоне цифры и тем самым сменить свой статус. Несколько подытоживая то, что сказал сейчас у нас Эдуард по поводу конкретных функций, хотелось бы тоже отметить, что любой абонент телефонной станции по серии может воспользоваться всеми сервисами в зависимости от того тарифного плана, который действует на данной АТС, с помощью приложения Linkus, установленного либо на телефонный аппарат, на смартфон пользователя, либо на настольный компьютер или ноутбук, либо может воспользоваться этими же сервисами с помощью браузера. То есть любой вариант всегда будет для пользователя доступен, любой вариант будет синхронизирован со всеми вариантами, которые есть. То есть пропустить вызов, не принять вызов абсолютно невозможно с использованием данного функционала. То есть абонент и пользователь и сотрудник всегда будет на связи со своими клиентами, всегда будет иметь возможность позвонить, увидеть, кто ему позвонил, перезвонить, отправить сообщение, организовать аудио- либо видеоконференцию. И все это можно сделать абсолютно с помощью разных сторон. То есть со стороны мобильного устройства, со стороны настольного компьютера, со стороны приложения из браузера. Любой вариант всегда доступен для сотрудника. Теперь поговорим о так называемой дорожной карте, что нас ждет в следующих версиях, в следующих релизах. E-Star заявляет о реализации таких сервисов, как транскрипция голосовой почты в текст, улучшение телефонных книг, выходы нового продукта, как P-серия в программном виде и интеграция с Zoho CRM, готового модуля. Хочу отметить также еще один момент, что все эти новшества, все эти дополнительные функции, которые планируются, не только те, которые показаны на экране, но и многие другие, совершенно в близком будущем. То есть мы ожидаем очередного релиза для телефонной станции по серии в конце июля. И, возможно, в это же время мы увидим, можно сказать, совершенно новую дополнительную ветвь телефонных станций по серии. Это полностью программная АТС. То есть сейчас АТС у нас поставляется и предлагается заказчикам на основе 3 моделей, уже как бы имеющих аппаратную составляющую. В конце июля мы ожидаем выхода полностью программной версии, которую можно будет скачать с сайта производителя,
установить у себя на своем компьютере, на сервере, где угодно, в виртуальной инфраструктуре, и, собственно, далее пользоваться всеми теми возможностями, которые мы только что проговорили, но уже на основе своего собственного аппаратного обеспечения. Для партнеров компания E-Star, компания IP-Matica подготовила достаточно много интересных и полезных возможностей именно для того, чтобы партнеры могли освоить телефон, новую линейку телефонных станций по серии, посмотреть, как это работает, попробовать и, собственно, сделать это достаточно легко и просто, без заказа оборудования, сделать это удаленно. А для этого мы подготовили на базе нашего технического департамента, технического отдела, специальный стенд с возможностью удаленного доступа к телефонным станциям P-серии с полностью открытой лицензией Ultimate. То есть на этих телефонных станциях открыто все, что только может быть открыто. Записаться на это тестирование можно по ссылке, которую вы видите на экране, и полностью таким образом ознакомиться со всем функционалом, который доступен в самых последних релизах телефонной станции P-серии. Для того, чтобы делать это осознанно, чтобы тестировать АТС с пониманием, понимая, куда, в какие разделы, собственно, обращаться, что выбирать для активации тех или иных функций. Соответственно, у нас выложен тоже в открытом доступе учебный курс, базовый учебный курс на телефонную станцию P-серии, который вы можете скачать, изучить, посмотреть. Все это также абсолютно бесплатно, и более того, после изучения этого курса вы можете сдать экзамен по соответствующей ссылке. Таким образом, после изучения курса, сдачи экзамена и полноценного тестирования удаленного телефонных станций по серии, вы будете обладать полностью всей информацией о возможностях данной АТС и сможете применять уже осознанно эту информацию, эти полученные сведения и знания при работе с вашими заказчиками. Также, помимо возможности тестирования для партнеров, у нас предлагается две промо-программы. Первая промо-программа направлена в первую очередь на две цели. Первая – это дать возможность партнеру изучить телефонную станцию P-серии, изучить ее возможности, а также получить выгоду от ее реализации на первом проекте. Для тех партнеров, которые пройдут тестирование телефонной станции, как уже ранее говорилось на предыдущем слайде, изучат учебный курс, сдадут базовый экзамен, зарегистрируют проект по телефонным станциям P-серии, для первой продажи будет полностью бесплатно предоставлен любой тарифный план, либо Enterprise, либо Ultimate, для любой телефонной станции, которая будет участвовать в проекте. Причем таких телефонных станций может быть неограниченное количество. То есть если у вас в проекте будет 1, 2, 3, 10 телефонных станций, любой АТС из линейки от 550 до 570, на каждую из них будет предоставлен соответствующий тарифный план полностью бесплатно для первого проекта. Чрезвычайно выгодная программа для партнеров. Более подробное ее описание можно посмотреть по ссылке, которая находится внизу этого слайда. Пожалуйста, пользуйтесь, регистрируйте проекты. Программа имеет ограниченный срок действия, поэтому надо спешить. Далее, второй промо-программой для партнеров у нас является программа, по которой мы предлагаем реализацию телефонной станции P-серии совместно с одним из тарифных планов. Безусловно, каждый партнер может приобрести отдельно каждую АТС линейки и далее через какое-то время либо приобрести, либо нет один из тарифных планов для этой АТС. Но при приобретении АТС уже совместно с каким-либо тарифным планом партнер может получить более интересные предложения. То есть уровень доходов при продаже, перепродаже телефонной станции с тарифным планом для партнера существенно выше. Выше стандартного, положенного по партнерскому прайс-листу. Также ознакомиться более подробно можно с программой по ссылке внизу экрана. На этом в целом наша презентация завершена. Если у вас есть вопросы, коллеги, прошу их задавать. Напомню также, коллеги, для того, чтобы взять на тестирование удаленный интерфейс P-серии, можно написать на нашу почту test@ipmatica.ru, и мы предоставим логин-пароль от P-серии. Коллеги, имеются ли вопросы? Если вопросов нет, тогда всех благодарим за внимание. В любом случае, если вопросы появятся, вы можете обратиться к нам либо непосредственно по электронной почте,
либо через вашего менеджера, и, соответственно, мы ваши все вопросы разберем, ответим, поможем в вашем проекте на любом его этапе. Спасибо, коллеги. Всем огромное спасибо за участие. До встречи.